Друзья, всем привет! Выставляю на продажу великолепный инструмент. Сейчас про него подробненько расскажу. Поехали! Вот это у нас Les Paul Junior, просто в великолепнейшем состоянии. Инструмент восхитительный, вот прям вот на самом деле идеальный. Les Paul, кто хочет классический звук, супер! Вот. Плюс LPJ – это у нас те инструменты, которые покрыты также нитролаком, как и все гибсоны, только матовым. Соответственно, он такой, скажем, быстро получает винтажный вид. Но в конкретном случае инструментом просто не пользовались, поэтому он в состоянии нового сохранился. Вот действительно восхитительный сохран у инструмента. Полный оригинальный комплект с оригинальным чехлом плотным, классным. И с оригинальными документами на него. Оригинальная брошюрка. Ну, это все вот в карманчике чехла, соответственно, хранится. Оригинальные здесь у нас спецификации по серийному номеру. С головы все это дело я тоже прикреплю, все посмотрите. Вот, на инструменте вот есть вот небольшая тут вот вмятинка крохотная, ее прям вот даже пальцем она не ощущается, вот здесь она как бы во всем великолепии, ну, короче, ее не видно, ерунда полная. Вот, тембр-блок все оригинальный, все круто, и что немаловажно, здесь стоит мой любимый сет датчиков, это 490-498, такие же, как на Les Paul Standard, Les Paul Custom и так далее. Давайте покажу ее сзади. Вот давайте хедсток посмотрим. Классный гриф. У нас он здесь с этими трапециями. Не точки. Все по-богатому. И сзади. Сзади просто великолепие. Колочки у нас, конечно, Gibson Deluxe клусоны. Оригинальные пипочки сразу бы советовал заменить. Они тут, ну, завода стоят очень маленькие. Ремень с них любит соскакивать. Фотографию тембр-блока также прикреплю. И даже сзади инструмент просто как новый. Так что пишите, звоните, приходите послушать. Всем спасибо за внимание. Такой вот классный инструмент вам показал и выставил его на продажу. Пишите, звоните. Всем пока.